Всемирно известный проповедник, основатель множества церквей, лидер и основатель миссионерского служения «Большая жатва» Миса Григорян среди вас с новым посланием от Господа. Миссионерское служение «Большая жатва» действует с 2009 года, непрерывно развивается и расширяет свои границы. Служение охватывает страны СНГ, Китай, Германию, Францию, Индию, Пакистан, страны Африки и другие страны с различными религиями. Бог отправляет Мисака Григоряна в страны не только с развитой экономикой, но и в страны с неблагоприятными условиями жизни и низким уровнем образования. По официальным данным, в странах Восточной Азии уровень нищеты составляет около 30%. И несмотря на террористические угрозы со стороны радикально настроенных мусульман, Миса Григорян не прекращает посещать эти места и служить тем людям, которые буквально борются за существование. Благодаря его решительности и непоколебимой воле, сегодня 106 детей сирот нашли убежище, питание, имеют возможность учиться в средней и библейских школах. Они будущие миссионеры. Все служения сопровождаются чудесами. Эти служения посещают представители местных руководящих органов. Приветствую вас. Я внимательно слушал, как пророчествовал этот человек. Я даже не нахожу подходящих слов выразить свое удивление. Этот человек переехал из другой страны, и столько людей собралось здесь. Среди них и мои братья, и сестры, и моя семья. Радостно мне на душе. Мне приятно видеть, что столько мужчин и женщин сидят в мире. Поздравляю вас, что вы мирные люди, и что в Пакистане живут так много мирных христиан. Я молю Бога, что мы всегда жили в мире, и чтобы наша страна была мирной страной. И только тогда наша страна процветет и краше станет, и люди увидят, какая у нас прекрасная страна. И мы, мусульмане и христиане, будем жить в мире. Во время каждого служения более чем 10 тысяч человек исповедуют Иисуса своим Господом и Спасителем. Возлюбленные, сейчас ваше время. Если в вашей жизни есть безответные вопросы, неизлечимые болезни, нерешаемые проблемы, не пропустите эту встречу, определенную Богом. Встреча состоится по указанному адресу.